Крошка, дочь к отцу пришел и сказала: «Кроха, что? Как ты там говорила? Про любопытную Варвару что-то?» «На базаре нос оторвали». «И что?» «Если папа будет сувать свой нос туда, куда ему не нужно, то я ему обязательно нос не успею оторвать. Не успею». «Этому тебя где научили? В садике?» «Да нет, бывает такое слово». «Бывает, да. Но это же плохое слово». «Да не просто плохое, и хорошее есть». «И хорошее?» «Да». «Для... Я, значит, с тобой сижу, болею на больничном, лечу тебя, лечу, кормлю тебя, кормлю, а ты мне такие гадости говоришь. Разве это хорошо?» «Ну ты-то тоже же делаешь...» «Плохое что-то, да?» «Да». «Это то, что я тебя заставляю уроки учить? Буквы писать?» «Нет». «Ну ты же мне за это сказала?» «Ну нет». «А за что? За это? Ты не хочешь писать?» «Ну я не хочу писать, но у меня-то... Но ты все там перекопал в моем домике». «Потому что я искал телефон, чтобы тебя наказать. Чтобы ты сделала уроки для начала. Ты же не хочешь делать уроки почему-то?» «Почему-то не хочу». «Почему?» «Меня что-то заставляет не делать». «Я думаю, что это лень. Тебя лень заставляет не делать уроки. Нужно учиться писать буковки. Детки специально учатся писать, чтобы потом им было проще в школе. Но ты хочешь быть неграмотной?» «Хочу быть грамотной». «Ну, значит, надо что делать? Учиться. Писать буковки, как говорит тебе твоя учительница». «Угу». «Будешь учиться?» «Угу». «Гадости не будешь папе говорить?» «Не буду. А только у папы здесь... какие-то беленькие есть». «Волос белый, это я уже, видишь, папа уже даже посидел от таких слов твоих нехороших. Про Варвару-то, а?» «А может быть, ты уже просто стареешь?» «Ну, может быть, конечно, не исключено». «Или просто стареешь». «Или просто старею?» «То есть ты меня еще и стариком обзываешь?» «Нет, я тебя не обзываю, просто я тебе говорю». «Что говоришь?» «То, что ты можешь постареть уже». «И что тогда будет?» «Тогда ты будешь старенький, и ты не можешь ничего делать своими руками, только ходить на ходулях». «На каких ходулях?» «Ну, дедушки и бабушки ходят на ходулях старенькие». «Так, заканчивайте, я еще не старенький, дедушка и бабушка, и нос отрывать мне не надо. Будешь учиться? Иди учи уроки. Все, давай, пока-пока». «Ну, вижу, что ты мне все перекопал. А теперь будешь сам все сделать». «Хорошо, я исправлю». «Точно так же, чтобы было». «Хорошо, уговорила. Делаешь уроки до конца?» «Нет». «Почему?» «Давай мы не будем торговаться, давай». «Я не торгуюсь». «А что ты делаешь?» «Просто я так решила, то, чтобы, ну, чтобы папа, ну, чтобы папа, ну, не заставлял меня много сделать». «Делай, я тебя много не заставляю». «Мне не получается с животиком еще». «Надо стараться учиться». «А если у меня и так даже не получится?» «Ладно, давай уже, разглагольствуешь». «Нет, мне не получается на тех страницах». «Так ты давай обзываться теперь из-за этого, да?» «Да нет». «Не будешь обзываться?» «Не буду». «Ну хорошо, я тебе помогу, я тебе точечки поставлю». «Ага, там уж поставлены точечки. Просто мне нужно так, чтобы не было мало». «Хорошо».